Смотрите, какая гамма чувств разыгрывается перед нашими глазами. Можно так вообще сказать? Это по-русски было, нет? Не знаю. В общем, вот они, две головы. Спят опять в лежанках друг у друга. То есть, по идее, Руфинская Шанельное место заняла, она его место заняла. И вот они проснулись, и у них, короче, приветственные эти ритуалы начинаются. Сначала «Здравствуй, дорогая, я тебя так люблю, я тебя тоже», а потом «тыщ-тыщ-тыщ». Типа пообщались и хватит. Надо посмотреть на эту морду. «Я не уйду с этой лежанки, а я тебя выгоню, я тебя выгоню, а я все равно не уйду, а я тебя буду выгонять, вот так за шею кусать. Руф, у нее же глаза съехали на затылок». Ну, она, видите, себя в обиду не дает. Обожаю канал «Псовский диктор». Он там озвучивает своих двух собак. Мопса и Хаски. Интересно, какими бы голосами наши коты говорили, если бы вот так вот озвучить их. Вот вы не поверите, но... Руф, разожми, акула, блин. Через 5 минут это будет снова «Любовь, морковь». Они все забудут, будут друг дружку облизывать и вместе спать. Ну вот такие моменты тоже бывают, да? Кошечка Шанюня, моя ты девочка. Я тебя поддерживаю в этой стычке сегодня. Да. Сегодня вот эта вот рыжая какашка не права. Ты рыжая башка, дай пирожка. Не стыдно даже. Еще обе лежанки занял и сидит такой. Угу. Шанюнчик, поможешь мне пылесосить? За вами диван надо опять пылесосить. Поможешь мне, миленькая, пожалуйста? Чё, какой диван? Я сейчас пойду по своим делам. А ты поможешь, рыжий? Руфа, Руф, диван поможешь мне чистить от вас? Я спать собирался. Вот. Ты можешь свой диван чистить сама. Короче, очередная серия, ребята, у нас, да.